экономической школы объявить открытой. Разрешите представиться. Меня зовут Зарема Касабиева. Я проректор по учебной работе и работе со студентами РЭШ. И имею привилегию и честь вести сегодняшнюю церемонию. Церемония транслируется на телеканале NES TV на сайте школы, и в ближайшее время видео сегодняшнего выпускного вечера будет размещено на официальном канале РЭШ на YouTube. А сейчас торжественный момент. Прошу всех поприветствовать выпускников класса 2012 Российской экономической школы. Сбербанк самый крупный жертвователь в Endowment Crash,
И особенно приятно, и об этом я еще буду говорить сегодня, то, что мы вместе с Сбербанком и с бизнес-школой «Инсиат» реализуем уникальную программу корпоративного обучения «Сбербанк 500». Только что закончилось обучение первого набора, через 3 недели начнется обучение второго набора, я об этом скажу. Особо и для нас, и для Сбербанка, и для «Инсиат» это очень важный проект, в том числе и потому, что вместе мы создаем новый Сбербанк, мы делаем так, что в России будет своя финансовая компания мирового уровня. И вместо того, чтобы отнимать время у вас, позвольте мне пригласить Германа Оскаровича Грефа обратиться к выпускникам с приветственным словом. Добрый день, ребята. Я извиняюсь за то, что я без галстука. Сергей Маратович разрешил. Галстук. У нас сегодня пятница, корпоративный день, когда мы единственный день, когда мы можем ходить без галстуков. Но от этого мое отношение к этому дню и к вашему присутствию здесь, оно нисколько не менее торжественно. Думаю, что это самый, может быть, торжественный день в вашей жизни. Я хотел бы сказать вам, что для нас сегодня ваше присутствие в нашей организации огромная честь. Вы, 100 человек, маленькая частичка в нашей стране, которая будет определять наше будущее. Я уверен, что эти 100 человек, 99% из вас как минимум не потеряются. Что вы будете будущей элитой, которая будет определять будущее нашей страны в крупных корпорациях. Будете организовывать свой бизнес, который будет процветать, будете определять в различных ролях на государственной службе будущее нашей страны в целом. И то, что делает Сергей Маратович с командой с этой маленькой частной школы и совершенно непропорциональный авторитет ее размеров, об этом свидетельствует даже набор тех людей, кого мы видим сегодня, многих из этих людей для меня сегодня огромная радость видеть, потому что мы встречаемся исключительно редко и в основном по поводам, связанным с Российской экономической школой. Это, конечно, дань уважения к труду, к тому, что делается великолепным коллективом Российской экономической школы. И мы в этом году осуществили первый выпуск совместно с Российской экономической школой 500 наших выпускников. Это беспрецедентная в мире программа. Никогда ни «Инсиат», ни одна из других бизнес-школ не организовывала подобного масштаба курсы бизнес-школы для одной корпорации. Всего учатся на совместной с «Инсиатом» и «Рэшкой» бизнес-школе нашей учатся больше, чем всех учеников, всех студентов в «Инсиате». И я везде ездил, везде встречался с молодежью, везде слышал слова благодарности тому, как это было организовано. Полный восторг у наших молодых ребят, которые прошли обучение. То, что делает «Рэшка», исключительно важно для нашей экономики. Тотальный дефицит, который есть в нашей стране, которая считает себя, в общем, одной из самых образованных в мире. И по количеству вузов на душу населения мы, наверное, действительно самые образованные в мире. Но, к сожалению, по количеству практических навыков, по количеству современных знаний, я очень скептически отношусь к тому, что в нашей стране есть. Очень скептически отношусь к качеству преподавания и к качеству выпускников, которые выпускаются в огромном количестве наших вузов. И такое качество, которое дает Российская экономическая школа, это тот, наверное, золотой талон, к которому надо стремиться. Хорошо, что есть такие школы, как «Рэшка», «Вышка», еще несколько вузов, с которыми мы можем подпитывать наш коллектив новым составом, новыми ребятами, современными знаниями, которые смогут продолжить то, что делаем сегодня. То, что вы получили на старте своей жизни в Российской экономической школе, это очень хорошая база для эволюции в течение всей вашей жизни. Если вы остановитесь в развитии, если вы остановитесь в эволюции хотя бы на один день, то это будет означать,
что вы, ваш организм перестраивается на само уничтожение, вы начинаете стареть. Я думаю, что те годы, которые вы провели в Рашке, вы будете вспоминать, наверное, как самые лучшие. И я вот по качеству наших выпускников, это лучшие люди, которые определяют сегодня во многом политику Сбербанка. И я очень надеюсь, что мы будем достойны чести быть самым большим работодателем для Российской экономической школы, и в том числе привлечь большое количество вас, тех, которые сегодня сидят в зале, на работу к нам. Я думаю, что у нас очень сложный проект. У нас, может быть, не все идет так гладко, как нам хотелось бы, но то, что это самый интересный проект в стране, и то, что это беспрецедентный по масштабам проект в мире, это очевидно. Ректор школы Ришелье, доктор экономических наук Сергей Маратович Гуриев. Каждый выпускной вечер – это особый праздник для нас. Каждый год мы рады видеть 100 новых выпускников по экономике и финансам. Каждый год мы видим, что год прошел не зря. Каждый год мы знаем, что нам будет о чем рассказать будущим поколениям, нам будет чем гордиться. Тем примечательнее сегодня выглядят мечты и дискуссии основателей школы о том, какая будет школа в 2002 году, в 2012 году. Здесь много молодых людей, вам трудно поверить, насколько нереалистичными казались планы основателей РЭШ. Но основатели РЭШ уже тогда были уверены в своих сверхоптимистичных планах. И на самом деле, с тех пор сверхоптимизм стал частью нашего рынка. Даже на моей памяти РЭШ все время обвиняют в том, что мы сверхоптимисты-идеалисты. И что нам не хватает реалистичного взгляда на вещи. Я часто слышал, разве можно в современной России представить себе вуз, который в качестве профессоров нанимает выпускников Гарварда и MIT? Вуз, профессора которого публикуют статьи самых престижных международных журналов. Вуз, который принимает студентов на основании экзаменов TOEFL и GRE и не принимают даже детей ключевых спонсоров, которые не сдали эти экзамены. Вуз, из которого отчисляют за списывание. Вуз, в котором на деле работает американская система tenure track, и профессора, не публикующие статьи в лучших журналах, вынуждены искать себе другую работу. Вуз, у которого есть совет директоров, аудированная отчетность по МСФО, и всего лишь после 20 лет работы, пусть еще и небольшой, но уже существенный эндаун. Скептики, конечно, правы. РЭШ построена именно на сверхоптимизме и идеализме. Но наш идеализм прагматичный. Мы точно знаем, какую именно мечту мы хотим реализовать. И мы строим конкретные планы достижения наших целей. Напоследок я хотел бы еще раз поздравить выпускников 2012 года с окончанием обучения в РЭШ. Я хотел бы пожелать выпускникам мечтать о невозможном и добиваться реализации своей мечты, так же, как это делали основатели РЭШ. Многие из основателей придут и приедут на наше празднование в декабре. Я желаю вам оставаться идеалистами и добиваться успеха, не предавая своих принципов и идеалов. 20-летняя история РЭШ показывает, что это возможно. Добрый путь. Я, к сожалению, не могу похвастаться таким количеством работающих выпускников школы в правительстве Тверской области, сколько сегодня работает в Сбербанке России. У нас, к сожалению, пока не работает ни одного выпускника, но лиха беда начала, что называется. Поэтому я приглашаю вас попытать счастье. Я хочу сказать, что действительно перспектива развития страны – это развитие регионов. Сегодня достаточно высокие стандарты жизни в Москве, Санкт-Петербурге, наверное, в Московской области. В других регионах нам есть над чем работать. И действительно, здесь нам нужны те яркие личности, коими, кстати, являются Герман Греф. Посмотрите, сколько сделано им за последние 5 лет. Ну, чуть больше, чем 5 лет. И это действительно огромный успех. Ведь Сбербанк существовал и до него. Но такого успеха, который добился Сбербанк под его руководством, мы, наверное, можем только действительно по-хорошему завидовать. И вот Герман Оскарович так скромно умолчал, что сегодня как раз были объявлены полугодовые результаты работы Сбербанка. Видимо, это было специально приурочено к вашему выпуску, к вашему, так сказать,
вашему празднику, Сбербанк заработал больше 183 миллиардов рублей прибыли. И это постоянный рост, несмотря на то, что конъюнктура, в том числе финансовая конъюнктура, и банки испытывают, многие международные финансовые институты на сегодняшний день испытывают огромный объем списаний и огромный навес тяжелых долгов, Сбербанк России сегодня развивается. Также развивается и Российская экономическая школа. Она развивается, конечно же, благодаря в первую очередь профессуре. Но она в большей степени развивается благодаря вам. Потому что вы выбираете эту школу, вы приходите, вы в ней учитесь, вы возвращаетесь, внося пассивные взносы в тот эндаумент, о котором говорил Сергей. И это тоже правильно. В русском языке есть хорошая поговорка, да, что плох тот человек, кто не помнит. Плох тот Иван, который не помнит своего родства. Поэтому я хотел бы еще раз пригласить вас. У меня очень короткий mail 38@tula@gmail.com. Поэтому если кто-то пожелает действительно сделать головокружительную карьеру в региональных органах управления, я честно скажу, что у нас очень непростые кейсы. И регион, я хочу сказать, что Тульская область очень богатый регион. Он богат не только самоварами и пряниками, которые вы знаете, и не только российским оружием. Хочу напомнить вам, что война 812 года была выиграна полностью на тульском оружии. 600 тысяч ружей российская армия получила, то оружие, которое было произведено на Тульской земле. Но Тульская земля богата своими земляками. Это и Лев Толстой, и Поленов. Это те люди, которые творили на Тульской земле. Ну и, конечно же, я хочу напомнить вам о том, что Куликово поле находится в Тульской губернии. И это то место, где впервые российские разрозненные дружины смогли организовать первое русское войско. И это, мне кажется, что каждый выпускник РЭШ должен обязательно побывать на Куликовом поле, потому что это точка силы и роста. Сегодня я хочу вам пожелать удачи, сбычи мечт, успехов, ну, наверное, еще раз удачи. Успех вам. Добрый путь. Председатель Совета директоров школы Максим Владимирович Бойко. Дорогие выпускники, дорогие студенты, дорогие преподаватели, сотрудники РЭШ, дорогие друзья школы, сейчас перед вами выступит выдающийся польский экономист, политик, государственный деятель господин Бальцерович. Он прочтет третью мемориальную лекцию имени Гайдара. Ежегодные мемориальные лекции Гайдара мы учредили в 2010 году, вскоре после смерти Егора Тимуровича. Эти лекции, хотел бы сразу отметить, проводятся при поддержке Фонда «Научный потенциал», а также в этом году при поддержке Фонда Гайдара. Обоим фондам, а их представители у нас сегодня в зале, это Андрей Вавилов, Борис Минц, Леонид Гозман, они находятся в зале. Обоим фондам большое спасибо. Перед тем, как передать слово нашему лектору, я хотел бы упомянуть о том, может быть, курьезном, а может быть и символичном таком факте, неожиданном для меня. Я вот спросил у Зарема, скажите, пожалуйста, какой средний возраст нашего среднестатистического выпускника? Оказалось, что среднестатистический выпускник программы «Магистр экономики» 2012 родился примерно осенью 89 года. Это значит, что он точный ровесник плана Бальцеровича. Господин Бальцерович, вам слово. Professor Bertrand, what do you think about the role of market forces in healthcare system? The role of market forces in healthcare system? This is McMahon's continuous. Well, education, health system, they are last bastions of socialism. Because people think there are some deep economic reasons why. First, they should be publicly funded, and second, even worse, supplied publicly. But I don't see in the economic literature, including empirical literature, sufficient justification for this situation. And if this is the prevailing fact,
in most countries as it is not because economic analysis tells you this is the best, but because of some other reasons. Which I call it the mentality of socialist official, you know. In this sphere people think market cannot work because this is only the state. You can separate, if you want to, you can separate in principle and in fact you can see financing from the provision. If you want to, you can have overwhelmingly public financing. This is called vouchers. And variety, you can have competition on the supply side. And I think this school is an example, I think, that you can have a good competition in higher education. And in Poland we have also quite a lot of universities which are private. The same goes for hospitals. So you can separate, you can have a competition. I think it's more difficult because you need some regulations, etc., but it is not excluded. In the health service and education should be seen to some extent in other sectors of the economy only with much more serious information problems. But we can solve it. Ну, с удовольствием бы еще слушали профессора Бальцеровича, но мы должны двигаться вперед. Спасибо огромное. Обычно эту награду получают самые сильные, самые лучшие выпускники школы. Сегодня премию имени Дана Потинкина вручает почетный гость сегодняшней церемонии профессор Лешек Бальцерович. А для получения награды приглашается выпускник класса 2012 Кирилл Барусяк! Средний балл 5,228. Лучше в специализации анализ данных. Магистерская диссертация с особым отличием. Название диссертации «Вредит ли концентрация власти социально-экономическому развитию?» Аспирант факультета экономики Гарвардского университета Кирилл Барусяк. Исполнительный вице-президент банка, добрый друг школы Михаил Кюнце. Пожалуйста. Дорогие выпускники, уважаемые дамы и господа, я вас приветствую. Я здесь, как каждый год, чтобы вручать премии призерам по лучшим диссертациям по курсу магистра финансов и экономики. Хотел сказать, что этот приз, эта премия в себя включает в том числе приглашение посетить нашу штаб-квартиру в Женеве. Итак, объявляю призеров лучшей диссертации по финансам в этом году Данила Кононенко. Структурированного исследования сложных областей. Благодарю за это всех профессоров РЭШ и лично моего дипломного руководителя профессора Дмитрия Макарова и консультанта по дипломному проекту профессора Рубена Яниколопова. Моя работа находится на стыке двух непохожих и, казалось бы, несовместимых областей, это экология и финансы, и считаю, что именно знания, полученные в РЭШ, помогли мне совместить несовместимое. Верю, что следующее поколение выпускников РЭШ будут делать еще более успешные проекты и
получат не менее значимую премию. Спасибо. Тема индивидуального проекта Даниила – исследование углеродных рынков. Прошу всех поздравить с получением премии за лучшую диссертацию в экономике в этом году Дмитрия Архангельского. Научный руководитель Сергей Измалков. Тема диссертации «Дизайн рынков контекстной рекламы». Просто невероятно. Для меня это было удивлением, что именно я выиграл, мне кажется, было очень много достойных работ. И я хотел поблагодарить прежде всего замечательного научного руководителя Сергея Борисовича Измалкова. Мне кажется, что лучшего научного руководителя себе просто нельзя пожелать. Большое спасибо. Спасибо большое. Я хочу отметить, что среди победителей Ломбард-Дади уже второй год подряд выигрывают студенты научного руководителя Сергея Измалкова. Сергей, мы тебя тоже поздравляем. Ну а сейчас я с удовольствием хочу предоставить слово, который сам человеку, который сам, по-моему, живая легенда, один из основателей школы, которому не надо объявлять специальные конкурсы слоганов или ноута. Он вам сейчас сам все расскажет. Профессор Пенсильванского университета штата Пенсильвании, член Международного комитета советников Барри Икерс. We soon have our 20th anniversary, which is really quite special. And you're a part of this, and you're part of this chain. And I realize now, something that I didn't realize at the beginning, that one of the things that we really produce at the New Economics School is this chain of students. You know, every year we produce a new cohort for the alumni, and we have people from the beginning of next year, and it's a long chain that extends through time. It's a group. It's a loyalty, and it's really quite impressive. And it's one of the things I like best about watching these. When we started NESS, we knew in abstract the importance of creating a school to teach real economics here in Russia. We knew it would fill some great void. We knew it was a great practical policy for Russia. We knew it was very valuable. We could anticipate over time that we would create a pool of trained economists, and nothing could be better for society than to have a pool of trained economists. But, at least I can speak for myself. I don't really classify myself as a super optimist. I didn't really think about 20 years. Of course, we had an idea that we would have tenured professors. We had an idea that we'd replace visiting professors with a full-time faculty that would take over and do the work and organize the school. We thought of that. But really, I just kept thinking, if we survived one more year, that would be great. That's all I thought about. It was like, you know, one more year, then one more year, then one more year, and pretty soon it became 20 years. I think that's really important. You know, it's good to, in golf, they say, just think about the next shot. Don't think about winning the tournament. And I think that's what we did at NESS. We focused on the next year or the next year, and now we have a finance program, and this year we started an undergraduate program. The school is much bigger and more significant than I thought about. Not that we didn't dream, but just didn't think about it. Because we're focusing on doing the right thing year after year, doing the right thing. That was the overriding principle. And what was the right thing? The right thing was to do it in the best way, quality. Always thinking about how to make NESS
great. Many people in America have noted a commencement address that Michael Lewis gave at Princeton this year, and he told the graduates about how important luck is in life. He talked about how, you know, Michael Lewis, he wrote all these books, Liar's Poker, among many others. I'm sure all our finance students have read that. And he emphasized the importance of luck in his success, and he suggested that luck was so important an element in life that all the graduates should, who are going to be successful, should be very generous. You know, that's firm, that's very important. I'm a firm believer in luck. I think many things, not just in our personally, but in the history of the school, we've gotten lucky. It's good to think about that. But I also want to recall the words of a great American, Branch Rickey, the former president of the Brooklyn Dodgers, who, he's the man who integrated baseball, which actually in America is probably the most important thing of the 20th century. He said that luck is the residue of design. What he meant is, it's good to be lucky, but you better be prepared to succeed, right? We all need luck to succeed, but that's, you know, not a sufficient condition. Yeah? So the thing to do is to take advantage of this NESS education, and so when luck comes your way, you can strike and take advantage of those opportunities that occur to everybody. На эту сцену я приглашаю выпускников класса 2012 магистров экономики Любовь Фарафонову и Дмитрия Архангельского, которые выступят от имени выпускного класса магистров экономики. Здравствуйте, уважаемые профессора и сотрудники РЭШ. Добрый день, дорогие гости. От имени выпускного класса нам хотелось бы поблагодарить школу и поздравить с очередным уже 19-м выпуском программы «Магистр экономики». А в этом году звание лучшего профессора, по мнению выпускного класса, достается Андрею фон Дремзину. По мнению студентов, лучшим профессором английского языка является Скопинцева Татьяна Сергеевна. Программы «Магистр финансов» Алексею Гаврякову. Мы хотим от имени нашего класса поблагодарить ректора школы Сергея Бурилова за его уникальную лидерскую роль, за то вдохновение, которое дается новым студентам. Спасибо, Сергей. И мы искренне благодарим наших преподавателей. Каждый из них вкладывал в нас частичку себя. И при этом каждый из них был по-своему уникален. Все они были разные, при этом как-то олицетворяли для нас РЭШ. Они все открывали для нас новый мир финансов,
новый взгляд на него через призму объективности, через призму профессионализма. Мы гордимся, что можем называть себя вашими учениками. Спасибо вам. Мы провели опрос среди своего курса и хотели бы поздравить наших профессоров, которые заняли призовые места в нескольких наших номинациях. Мы хотим поздравить в номинации «Лучший штатный профессор» награждается Сергей Бырин. Можно я тоже скажу? Спасибо большое, но я тоже не ожидал. За самый интересный курс награждается Дмитрий Лукин. Директора этого института, академика Российской академии наук, профессора РЭШ Валерия Леонидовича Макарова. Президент
приятно вас всех тут видеть и, конечно, поздравить. Но тут после такого, значит, хора просто такое своеобразное воодушевление, и как-то не хочется говорить что-то такое сильно конкретное. Но я так думаю, что вот, что касается выпускников, то, наверное, сейчас все-таки они думают о том, чтобы строить свою дальнейшую, ну, есть такой новый термин, карьерограмму. И вот я бы хотел пожелать, когда вы будете эту карьерограмму строить, еще кто не построил. Значит, если вы не будете заниматься наукой, не будете, значит, там в политику лезть и прочее, непонятно, куда Россия уйдет. На вас действительно большая ответственность. Поэтому я вам пожелаю, когда вы ваши карьерограммы будете строить, чтобы в них были вот пункты ответственные, и которые бы привели к тому, чтобы Россия была по-настоящему великой державой, была вечна, ну и как минимум не распалась. Спасибо. Профессор, главный экономист ЕБРД Эрик Берглов. So when people graduated from this institution 20 years ago, you know, there were no one with a degree like yours in business or in the government or in academia. So, you know, there was no one who knew how to use you, no one who knew what kind of skills you had. And you know, the first year, I know that I have got many descriptions, and I know many of the people who were in the first pioneering year of NES, and I think they felt unique. They felt like they were part of a revolution of sorts. But in this fundamental sense, their human capital was not as valuable. Today, I think the situation is very different. People in government have reached very high positions. They know how to use you. They know also how to develop policies that make use of your type of human capital. Добрые традиции РЭШ стала активная образовательная работа со школьниками. В июне 2012 года завершился уже третий школьный конкурс РЭШ по экономике, и 170 школьников из 36 регионов России, а также из стран СНГ, в этот раз международным был конкурс, в течение полутора месяцев решали предложенные задания. Еще столько же времени жюри из 15 выпускников и друзей школы под председательством профессора школы Константина Сонина проверяли работы школьников. И мы поздравляем победителей и призеров конкурса и рады поприветствовать тех из них, кто смог сегодня приехать в Москву и сейчас находится в зале. Я попрошу встать, и мы поприветствуем Михаила Будкова, Надежду Котову, Михаила Можевитина, Ирину Бакатову, Юлию Жесткову, Никиту Кузнецова, Петра Мартынова. Школы. Молодцы! С трепетом я хочу предоставить слово профессору школы, который становится лучшим профессором классов выпускных на протяжении последних 5 лет. Тенюрд профессор, директор программы «Магистр экономики» Станислав Анатольев. Спасибо. Дорогие выпускники, сегодня для нас, для всех, радостный день. Ну, вы поняли, как вы. Вы покидаете стены школы. Мы надеемся, что вы уходите от
от нас не с пустыми руками. Мы отдали вам кусочек миссии, Рэш. Мы поделились с вами ценностями, Рэш. Вы уносите с собой частичку атмосферы, Рэш. Выработанные за 2 года долготерпения пригодится вам в реальной жизни, где гораздо больше несправедливости. Ну, Барри это уже осветил. Будьте начеку, вам затылок пишет следующая порция амбициозных и креативных мечтателей. Выпускники 2012, мы будем помнить вас, гордиться вами. Но и вы не забывайте нас, стареньких профессоров, которые пытались научить вас думать. Об этом тоже вот, это было воспето. Если пойдете в науку, упоминайте школу в своих статьях, книгах и нобелевских речах. Если пойдете в бизнес и разбогатеете, или не разбогатеете, почаще вспоминайте про наши дауны. Присылайте к нам учиться не только друзей, что тоже было воспето, но и ваших талантливых детей, где бы вы ни жили, здесь или за рубежом. Сейчас мне хочется отметить тех, кто в школе не только отлично учился, но и отлично поработал, наших лучших ассистентов. Лучший ассистент РЭШ 2012 года награждается Дмитрий Мухин. Директора программы даже на сцене, потому что он уже с каждым успел, по-моему, обсудить дальнейшие планы работы в Российской экономической школе ТЕИ.